Анатолійович, я представляю третій курс прикладної математики коледжа економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені Мечникова. Так, коледж – це середнє учебне заведення, реалізуючи основні професійні образування програми середнього професійного образування базової підготовки і програми середнього професійного образування углубленої підготовки. То есть колледж, вкратце, это возможность получения среднеспециального образования на базе 9 классов школы буквально за 2-3 года обучения. Для абитуриента на базе 9 классов не составляет большого труда поступления в колледж, сдать экзамены на профилирующим предметам, в основном это математика, национальный язык, история, английский и так далее. То есть это те же самые предметы, которые любой школьник изучает в течение учебного процесса за 9 лет. Сдача ЗНО при этом не является обязательной. При выпуске из колледжа, имея квалификацию младшего специалиста, абитуриент, получив статус выпускника колледжа, может поступить в любое высшее учебное заведение на второй либо третий курс по результатам сданных им экзаменов и предоставленных ЗНО. Но если колледж входит в состав подразделения высшего учебного заведения на базе какого-либо заведения, то студенту не надо сдавать ЗНО для поступления в университет или институт. Но автоматически при этом, при его согласии, опять же, переводится на какой-либо курс по результатам выпускного экзамена в колледже. По всему миру существует масса колледжей, которые выпускают множество молодых людей по различным специальностям. Среди таких специальностей существует одна из самых востребованных, сложных и в то же время перспективных специальностей. Это прикладная математика. Данная специальность охватывает огромнейший диапазон профессий и изучение большого числа точных информационных наук. Теперь немного подробнее про прикладную математику. Прикладная математика – это применение математических методов и алгоритмов в самых различных сферах жизнедеятельности человека, или, как говоря, в приложениях. Отсюда и название «прикладная». Умение строить и анализировать математические методы, выбор и разработка методов решения – все это навыки и математика прикладника. Сегодня ни одна серьезная задача не решается без использования вычислительной техники. Для прикладника компьютер – это инструмент, с помощью которого он реализует решение задачи, примерно как ручка для письма или ложка для еды. Под компьютером понимается как знание языков и средств программирования, так и специализированных пакетов программ для различных предметных областей. В процессе обучения студенты получают следующие навыки. Использование математических методов в различных прикладных областях. Анализ естественных социально-экономических и логических процессов. Построение математических моделей реальных процессов и систем. Выбор математического алгоритма решения задачи. Анализ компьютерной реализации модели. Изучение информационных систем методами математического прогнозирования и системного анализа, умение языков программирования, применение пакетов программ для решения прикладных задач в различных областях наук. Таким образом, обучение на отделение прикладной математики даст вам развитие логического мышления, способность быстро ориентироваться в информационном потоке, способность самостоятельно овладевать новыми направлениями и технологиями, способность быстро анализировать и генерировать новые знания, возможность легко трудоустройства, в том числе и за рубежом. Колледж экономики и социальной работы Одесского национального университета имени Мечникова по окончанию специальности преподавателя математика дает следующие квалификации. Техник информационного вычислительного центра, техник программист, оператор электронных вычислительных машин, оператор ведения данных по ЭВМ, руководитель МАК-предприятия без аппарата управления в области проектирования, разработки и тиражирования программного обеспечения. Также он дает возможность по сдаче выпускного экзамена перейти в университет на следующие специальности – прикладная математика и компьютерная инженерия. По сути, две разные специальности, но базы, полученные в колледже, вам с головой хватит для продолжения обучения с третьего курса на специальности прикладная инженерия или либо же со второго курса по специальности прикладная математика. Далее приведены диаграммы, которые изображают число поступающих на данную специальность, на наш колледж. За последние 5 лет при этом объем на данную специальность лицензионный составляет свыше 50 мест. На прикладной математике университете занимается изучением точных наук и программирования на различных языках, как и в колледже, но более детально и углубленно. А на компьютерной инженерии, в том числе в том же объеме программирования, но меньше точных наук и больше наук в сфере информационных технологий, таких как компьютерные сети, кибербезопасность, базы данных и тому подобное. После окончания колледжа вы можете поступить в любой институт, университет, академию Украины и, Украины и так далее. Опять же, диплом нашего университета, уважаемый известный за рубежом, что даст вам больше шансов на поступление в любое высшее учебное заведение в Европе, Америке и СНГ, где вы можете успешно продолжать учиться и развиваться по данной специальности.
достичь успеха. Часто случается, что выпускники колледжа по специальности «Прикладная математика» меняют свои предпочтения в своей будущей профессии, но не радикально. А как вариант, далее пойдут учиться на специальности «Финансы», «Грех», «Бухгалтерский учет» и так далее. Увы, не везде вам дадут возможность перескочить первый курс. Вкратце про перспективы дальнейшего трудоустройства. Также выпускники прикладной математики колледжа с трудом, но могут найти себе работу, стажировку, практику в сфере разработки программного обеспечения, в работе разработчики, администрирование компьютерных сетей, администрирование баз данных и тому подобное, и пойти далее по карьерной лестнице, выделив какое-либо время на приобретение высшего образования, которое им пригодится для получения высоких должностей. Так как, к примеру, для управления проектом вам, кроме вашего опыта, и понадобятся соответствующие документы, дающие вам право занимать соответствующую должность. По правде говоря, поначалу любая из этих профессий будет даваться сложно, особенно разработка ПО и веб. Но в наше время любой желающий может найти нужную информацию в интернете, но все же основы, полученные в колледже, найти и получить бесплатно будет непросто. Также опять напомним, что профессиональные работы, которые способен выполнить специалист данной квалификации, перечислены в данном слайде. Специальность преподавания математики колледжа и профессиональной работы дает достаточную базу знаний для получения для последующего трудоустройства на должности технико-программиста, джуниор-девелопер, он же разработчик программного обеспечения без опыта или с опытом до 2 лет, веб-девелопер, который входит в фронт-энд или бэк-энд. Курс, который проходит студенты в колледже посредством управления баз данных, позволяет найти работу оператора баз данных. Программа обучения также включает в себя изучение компьютерных сетей, архитектуру вычислительных систем. Эти знания пригодятся для студентов, которые собираются работать с системным администратором или сетевыми администраторами, операторами доменов или процессеров. Студентам, которые хотят пойти в науку, занимаются исследованиями, экспериментами в области физики, работают с оптикой и так далее. Колледж дает начало, преподнося базу знаний по теории функций комплексных переменных, математическому анализу, дифференциальных уравнений, уравнений математической физики, физики и механики. Имея знания и диплом этой специальности, студент может устроиться лаборантом в исследовательский центр и начать свою научную карьеру.